Еще одна мнемотехника заключается в придумывании каких-то историй или ассоциаций. Мы с вами уже обсуждали, что эмоционально окрашенные воспоминания ярче и четче, и этим нужно пользоваться. В принципе, некоторые такие присказки и истории все мы с вами знаем. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, чтобы запомнить последовательность цветов в радуге. Чем не история, которая придумана для запоминания, такая вот необычная и любопытная. Поэтому, если вы понимаете, что вам нужно запомнить какую-то информацию, какой-то список, какую-то последовательность, попробуйте понять, какие ассоциации возникают у вас в голове, или придумать какую-то историю, которая поможет вам вспомнить все эти вещи из списка в правильном порядке.